Так, друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, я педагог музыкальной школы «Виртуозы» по классу гитары, укулеле, электрогитары. Вот, иногда возникают такие ситуации, когда в игре какой-то песни, боя, мы не можем с одного аккорда перейти на другой вовремя, именно в первую долю, то есть вот сюда, да, чтобы у нас первая доля прозвучала вовремя и максимально точно. Вот что же в таком случае делать? Чтобы перейти с одного аккорда на другой, нам по-любому потребуется какое-то небольшое время. Так вот, где это время взять? А взять его нужно из предыдущего аккорда, точнее, из его окончания. Вот, например, у нас будет бой, состоящий из 4 ударов. Да? Вот. Так вот, вот этот 4-й удар стоит как бы не доиграть и откусить от него время на то, чтобы перенести нашу левую руку из одной позиции в другую. Как это выглядит? Играем медленно, бой четверками. Раз, два, четыре, раз. Вот, то есть я не доиграл последний удар, точнее я его сыграл, но во время игры 4-го удара я начинаю перемещать руку, чтобы первый удар у меня сыгрался там, где надо. Надеюсь, этот совет вам был полезен. Удачи, занимайтесь.